Украина начала переговоры о получении безвизового въезда в Европейский Союз для своих граждан. Договор планирует заключить к началу чемпионата по футболу Евро-2012. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на пресс-конференции, которая прошла по итогам недавней встречи в Брюсселе с Жаком Барро, комиссаром ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Жак Барро отметил, что после переговоров с украинской стороной был взят курс на разработку приемлемых условий для безвизового въезда в страны ЕС для граждан Украины. Для нас ясно, что это должно быть сделано в течение определенного количества лет, а не десятилетий. Могу вам сказать, что для Украины очень важно успешно завершить этот процесс до 2012 года. В сентябре этого года Европейский Союз уже обещал отменить визы для Украины, которая является ключевым транзитным путем для поставки энергетических припасов в ЕС. Этот шаг последовал после российско-грузинского конфликта. Однако впоследствии Брюссель приостановил работу в этом направлении. Жак Барро сказал, что Украина сможет получить безвизовый режим только после выполнения всех ранее поставленных условий. Огрызко, в свою очередь, пообещал, что это произойдет уже в ближайшие 4 года. Напомним, что Украина освободила граждан ЕС от визового режима в июне 2007 года. В обмен на это украинцы получили право на упрощенный процесс оформления виз в страны Евросоюза.